Никто не вечен в мире, все уйдет, но вечно имя доброе живет. Эта цитата является лейтмотивом практически всех мероприятий, которые проходят в средней школе номер 20 имени героя Советского Союза Дмитрия Михайловича Карбышева. В далеком 45-м, за несколько месяцев до победы СССР над фашистской Германией, его жизнь оборвалась, но память о нем вечна. Его подвиг будет жить в веках. Дмитрий Карбышев, став символом несгибаемой воли и стойкости, останется в памяти благодарных потомков на всегда. Мы очень хотим, чтобы наши дети знали историю страны, чтобы дети чтили память достойных людей, которые своим примером показали, как надо любить Родину. В 2015 году школе присвоено имя Героя Советского Союза Дмитрия Михайловича Карбышева. Нас это обязывает еще лучше и больше работать. В День памяти в стенах учреждения, кроме торжественного митинга, состоялся традиционный урок памяти. Учащиеся провели своеобразный экскурс в прошлое на 45 минут, окунув гостей мероприятия в далекие годы массовых боевых действий. Сомневаться не приходится. Здесь школьники с начальных классов знают все о героическом прошлом Дмитрия Карбышева. Для нас он значимый, потому что Дмитрий Михайлович участвовал и в реконструкции Брестской крепости. То есть он внес непосредственный вклад в то, что Брестская крепость выдержала в Великой Отечественной войне и так героически сражалась. Он, наверное, единственный, кто верил до конца, что Брестская крепость выстоит. Поэтому нам очень важно помнить его, его героическую жизнь, так как он был не просто героем, он был и просто хорошим человеком, который за всю свою жизнь пронес вот эту веру в Советский Союз и не предал свою Родину до последней минуты. Уроки мужества в стенах этого храма науки и патриотизма всегда проходят с особым колоритом и размахом. Не скупясь на эмоции, чувства и душевные слова, карбышевцы регулярно проводят различные тематические мероприятия, приглашают на свои встречи почетных гостей, организовывают экскурсы и открытые диалоги.